Здравствуйте, меня зовут Зоя. Я зарегистрирована на сайте Анастасия. Вот. Сейчас я хочу немножко рассказать о себе и о своей жизни. Вот. Я родилась в городе Харькове. Здесь училась, получила образование. Жила с родителями. Вот. После школы поступила в институт. Получила профессию инженера. Но по этой профессии у меня не сложилась дальнейшая карьера. И я работаю сейчас в сфере красоты. У меня есть небольшой салончик, в котором работает несколько девочек, которые дарят радость, красоту девочкам, женщинам и мужчинам в том числе. Вот. Я живу в центре города, очень люблю наш город Харьков, потому что он действительно прекрасен. Вот. Очень люблю домашних питомцев. У меня дома 3 кошечки, которые живут в любви и в заботе и отвечают мне тем же. Вот. У меня взрослая дочь. Мы очень много с ней путешествуем. Я была в очень многих странах Европы, была на Гоа, была на Шри-Ланке, в Дубае. Вот. Очень боюсь летать, но так как моя дочь работает в Эмиратах стюардессой, мне приходится работать над собой и полюбить самолеты так, как любит она их. Ну, в силу своей деятельности у меня очень много свободного времени. Я посвящаю его занятиям спортом, люблю бассейн, люблю фитнес. Вот. Очень много времени провожу на природе. У меня много друзей, с которыми мы часто выезжаем в очень красивые места. Слава Богу, возле нашего города, в городе их предостаточно. Любим вкусную пищу приготовить, мясо на мангале, овощи. Вот. Ведем здоровый образ жизни. И я хочу, чтобы вокруг меня были добрые, веселые, счастливые, здоровые, красивые люди. Это был рассказ небольшой о моей жизни, это чем я живу. Вот, если я произвела неплохое впечатление, я с удовольствием познакомлюсь для того, чтобы узнать друг друга поближе. До свидания, всего доброго.